понедельник Ивановский зоопарк привез в парк имени Степанова более 30 кормушек. Мы приехали посмотреть, как это все выглядит вживую, и покормить птичек. Если птица не сможет найти себе еды в течение короткого зимнего дня, это может привести к ее гибели. Поэтому с наступлением холодов многие ивановские ребята с родителями делают кормушки и вешают их во дворах и в парках. Ивановский зоопарк каждый год популяризирует это направление. Конкурс кормушек заставляет участников проявить фантазию, прокачать свои навыки. И вот теперь новые птичьи кафе пополнили стритфуд для пернатых в парке Степанова. Каких тут только нет. Птицы выбирают на свой вкус. Бронировать ресторан не обязательно. Везде самообслуживание. Только бы посетители не забывали пополнять запасы. Как мы и говорили, мы приехали покормить птичек. Я выбрал одну из самых больших здесь кормушек. Ее сделал воспитанник детского сада номер 147, Горбунов Артем, которому всего-напросто 4 года. Мы долго искали аллею среди деревьев, а находится она почти в самом центре парка. Вы сможете ее найти, если пойдете в сторону спуска на тюбингах и свернете немного направо. Напоминаем, что не всеми продуктами можно кормить птиц. Не нужно давать соленое, кислое, свежий хлеб. Лучше всего подойдут нежаренные семена подсолнечника, сырое льняное или конопляное семя и плотные овсяные хлопья без добавок. Денис Луньков, Григорий Мартьянов, телекомпания «Барс».